Быстро и удобно. Более 30 радиостанций в одном приложении. И это не шутка, реальность. В нашей стране появился первый отечественный онлайн-радиоплеер. Мы посмотрели, как пройдет адаптация этого продукта и как воспримет его аудитория там. Учли очень многие ошибки, учли очень многие недоработки. И сейчас мы практически выходим на создание идеальной модели взаимодействия с нашим слушателем и предоставляем мультиплатформенную услугу. То есть это не только сайт radioplayer.by, это еще и мобильное приложение. И этот проект, который сделан в нашей стране, этот проект имеет очень хорошую перспективу, потому что мы ожидаем от него еще более функционалов, более доступный, чтобы он был на разных платформах. Скачать приложение просто через App Store или Play Market. Удивляет и функционал. Здесь можно выбрать любимую радиостанцию. А их тут немало. Столичные, областные, даже районные на любой вкус. Понравившуюся можно добавить в избранное, чтобы она всегда была под рукой. Причем слушать радио можно не только с помощью смартфона, но и на сайте. Для поиска чего-то особенного есть фильтр. Достаточно ввести нужные параметры, город и жанр музыки. И приложение автоматически подберет для вас то, что вы ищете. Для всех радиостанций, которые там есть, это уникальная возможность донести свой контент на огромную аудиторию. То есть, если мы говорим сейчас о наших региональных коллегах, да, те, которые локализованы по своей территории, районам, городам, областям, ну, все мы знаем, что у наших коллег есть очень хорошие и здоровые амбиции, чтобы их профессионализм оценили в том числе и слушатели, ну, скажем, в Минске. Сейчас у них такая возможность появляется. Приложение запущено совсем недавно, но слушатели уже успели его оценить. Отзывы положительные. Спасибо большое за приложение. Очень понятное и удобное пользование. Качество и звук отличный. Теперь буду пользоваться только этим приложением. Много станций на разный вкус. Очень быстро работает. Есть режим авто. Приятно удивлен. Теперь жду версию на Android TV, чтобы на TV слушать. Классное приложение. Практически все радиостанции Беларуси, включая региональные, в одной точке. Спасибо разработчикам проекта. Несколько тысяч скачиваний, а в плеере приложение около 75% всех радиостанций страны. Первый национальный канал белорусского радио, Радиус ФМ, столица и не только. В программе «Наше утро» мы поговорили с директором компании «Индустриальные решения» Александром Ганушем. Очень радует это то, что есть уже, не то что десятки, уже, наверное, за сотни перевалили отзывы. Они не только по мобильному приложению, они приходят еще по форме обратной связи на сайте. Вот. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто нам прислал свой отзыв и оставил такие добрые слова и пожелания удачи и поддержку нашему проекту. Это очень здорово. Всем спасибо. В каталоге плеера можно найти и Центр FM. Ничего удивительного. Радио всегда поддерживало любые инициативы. Наша аудитория, она молодая, она прогрессивная. И, конечно, пользоваться интернетом гораздо удобнее, нежели носить с собой радиоприемник. Когда в одном месте собраны все белорусские радиостанции, плюс есть функция добавить в избранные любимую станцию, то это, конечно же, удобно. Не надо искать, сразу нажал на кнопку, и все в твоих ушах. Но на этом не все. В приложении планируют добавить подкасты. Также появится функция взаимодействия с аккаунтами радиостанций в социальных сетях, а их количество увеличится минимум до 44.